Ну вот, я не заспавнился. Ну вот так вот, я не заспавнился. Все заспавнились, а я не заспавнился. Ладно. Всем привет, сегодня опять поиграем в SCP. О, лейтенант! Я тоже лейтенант. Погнали. Погнали. Привет, привет. Все, сразу едем. Кто там сзади подкрался? Все, закончилось? Ну ладно, это не важно. Меня чумно! Нет. Сразу! Как? Мы же на разных элеваторах. Элеваторах нет? Мы же на одном элеваторе, нет? В смысле, он в лифте? Смысл в лифте. А как меня чумной убил? Чё, рели? Он идет к вам. Чё, он в лифте стоит, что ли? Да. Убили. Вот так, Диза. Ё-моё! Андрей, пареник — это собака. Угу. Мы ходим обратно. Но мы еще мам спать не ложимся. Да, я и не говорю. Нам еще то. Мам, что, закончилась театрал? Mm-hmm. Ты даже не попал на нее? Сколько позанималась? Ты кто? Сотрудник класса Д. А ты кто, только честно? Okay. Ребята, у моего бегемота понос. Что мне делать? Поздравлять, наверное, надо. Если у твоего бегемота понос, что делать? О, сортиры. Здравствуйте. Я же карточку скину. А у меня есть монетка. Ну ладно. Монетки больше нельзя карточки. Нельзя? ПК. ПК. Забирай карточки, чтобы эти животные ничего не собрали. Нет, не прыгай! Убивай, дай аптечку. Боже. Я про... Я тоже два раза прыгаю. Ну ёп. Я использую. Мог бы и мне дать. У меня-то шансы побольше выжить, чем у тебя. Ха! 50 на 50. Встретим мы повстанцы или нет? Так-то по факту. Здрасте. ВТ, это может быть аптечка. Отошел отсюда. Ничего нету. Чё, у тебя есть пистолет? Отошли отсюда. Пойдем. Один к одному, запускай. Зачем? Один к одному. Это будет карточка менеджера. Замечательно, просто замечательно. Да. Как ты сдохнешь? Да почему ты раньше не сказал? Почему так? Нет, почему? Собака всех кусает. А собака всех кусает. Да нет, ты игроком. А собака всех кусает. У меня скорее вопрос, почему машина теперь убивает. Отличная катка. В игре две собаки. Блять. Не, вот серьезно, мне кажется, собака самый сильный СЦП. Короче, пока что отключаю. Вот, она самый крутой СЦП, почему? Потому что она все видит. То есть, если сравнивать, то она будет лучше. Вот так вот. Это самая быстрая катка. Это самая быстрая катка. Они просто пришли. В смысле, вы были отключены? А теперь не отключены. Это... Они просто пришли. Я сдох в машине, как профессионал, который играл в эту игру уже год. И сдох. Все, запоминаем.
машина убивает. А так идеально заспавнились за Д-класс. И ты за ученого. И мы друг друга нашли. А потом я сдох от машины. Идеально. А чё я паузу снял-то? Да, запись идет. Слава яйцам. О-ля-ля, я Дэшка. Понятное дело. Иного выбора быть не может. Здравствуйте, телезрители и подписчики моего канала. С вами я, Тэгбэ. И сегодня мы идем в лайт-зону, чтоб чисто изнасиловать... А я охранник комплекса, я опять никогда не был. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Вот так-то. Минус один! Я охранников убиваю. Привет. Ребят, вам жопа. Ты еще и дверь закрываешь? Да тихо, не говори со мной. Иди сюда, скромник, иди сюда, иди сюда. Я не убил тебя! Фак. Ну, покойся с миром. Нет! Зажимаем, короче, просто. Где вы? Ну, или не буду. Где вы? Где вы? Где вы? Ребята? 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 Так, собака, ты где? У себя на спавне чекаю. Я иду к ним в Байкалов. А ты где? В Байкаловке? Тебе идет скромник? Я в обучении. В смысле, за что? Хе-хе-хе. Бан. Чё, всех порешал? Я уже всех порешал. Тут Дэшка какая-то была, но она, кажется, куда-то ушла. Понял. А, вот она, вот она, вот она, вот она. У тебя в лифте, давай. Понял. Она под шапкой была. А что тебе говорят? Давай. О! Меня вообще хотели в спектакторы перевести, но почему-то в охранника комплекса. Блин, а я не... Причина смерти неизвестна. Тёха, а я собачка, которая красивая собачка? Почему? Я из-за тебя, блин, меня просто взяли в спектакль. Так что ты прыгаешь так много раз? Я не много раз. Меня просто взяли ни за что. За то, что я пытался от тебя убежать и запрыгнул на эту, на эти перила. Так я тоже так делал. Для этого обучения? Нет. А потом просто выкинул. Нет. О, элеватор систем А. Говори, в лайт-зоне кто-то есть? Я не буду. Ну скажи. Ну камон, Артём, все равно ты уже сдох. Хоть мне поможешь играть. Есть кто-то, правильно? Чекаем. Чекаем. О, тех, подо мной черная дыра деда, я просто не вижу. У меня все черно-белое, да? Тут дыра деда? Вот тут вот. Тут дыра деда? Почему ты все черное видишь? Потому что так видит собака. Да, согласен. Так, ну говори, где... В машине есть. В машине? А где машина? Три чувака. А, отлично, это шесть целей еще. А где машина-то? Машина-то где? Там ноты, точнее, оружейка. Ноты, точнее, оружейка, такие похожие слова. Это ПК, нет, мне сюда не надо. То есть я пришел, грубо говоря, в тупик. Мне нравится, что у собаки бесконечный спринт. Фак. Тут прям два эксита рядом. Здрасте. Ладно, ладно, да окей, окей, все, все, все. Да хорошо, успокойся. Ребят. Ну, короче, жопа тебе. Прощай. Нет! Ну, короче, окей.
Маси сколько хочешь, тебе не скрыться. Где он, тут? Нет. Рядом? Нет. А где он? Вот! Там... Где? Да нет, там где... Вперед, там где... Мне нужно закончить это. 0.12. Но в 0.12-м. Да? Да. Окей. Вот тут. Тихо. Вот он, прям впереди. Он заходит к... Кому? К кровавой штуке. Окей, хорошо. Только не пиши чернилами! Чернилами не пиши, говорю, сдохнешь сразу. А все, у него нет выхода. Лады, я пошел, давай, удачи. А, пойдем. В смысле, МТФ прилетел? Ты прилетел, да? В смысле, к МТФ пришел? Нет, меня не загрузило. А. Ну ок. Пойдем сражаться с МТФ. Вот, опять же, если кому-то интересно. Кто-то еще жив? Да, в офисах Дэшка. Окей, окей. Чувак хочет убить ученого. МТФ. Иду, иду. Она попала в руки МТФ. Хорошо. А, стоп. Я успею, надеюсь. Ну, привет. Не успел. Ладно, я пошел нахуй. Ёп. Я тебя расстреливаю. Ну и нафиг мне это. Не, ребят, не надо. Привет. Сзади, 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 сзади. Чел, сзади, сзади. Сзади, бро. Как я обожаю всех убивать. Бегите, бегите. Иди сюда, иди сюда. Молодец. Иди сюда. Вот так-то. Да-да-да, давай, убегай, убегай от меня. Минус один. Минус второй. Почти. Не-не-не-не-не, бро. Второй раз уже не отпущу. Давай, иди сюда, ты где-то тут был. Ну, и где-то. Это не Опа! Меня! Не меня! Это я! И что? Давай, не убегай, меня! Убегай. Опа. Опа, 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 опа. Давай, иди сюда. Давай, давай, убивай меня, давай. Стреляй, давай. Давай. Иди за мной. Привет. Минус. Минус. Мразь. Здорово. Здравствуйте. Давай, еби их. Погнал. Как так мальсишь, что? Ой, я еще кого-то убил. Под шапкой был. Вот так-то. Три цели, три цели. Ух ты, ё. Сколько у тебя хп? Здравствуйте. Беги, у него опасное оружие для уничтожения. Я минус. Все, ну я нормально. А, ты еще жив как-то? Блин, минус, короче, SCP. Пиздец. Блин. Вайп, объясни пьяную дуэль, пожалуйста, в трех словах. Ты кто? Честно. Ты честно. Научный сотрудник. Сотрудник класса Д. Окей. Окей, давай по-быстренькому развиваемся. Есть комп. Аптечка хорошая, это важная срань. Это хорошо, что есть комп, наверное. Давай, пошли, пошли. Ты не спрашиваешь, откуда? Ну, тут ты знаешь, типа? Да. Да мне как-то похуй. Только не ПТ, только не ПТ.
ХК. IT. Здорово! Здорово. Здорово. ВС. Печенька! О, пожалуй, вайп есть. Это... Печенька! Чё, есть что-то? Печеньки есть! Бежим к печеньке! Пошлите искать машину. Бэм. О, нашли! Долго искали. Подожди, не запускай, не запускай. Давай, давай, давай. Поехали. Такс. Был бы у меня пистолет, я бы его расхерячил. Пистолет! Да. Отлично. Ну вот, да. Я в ICP не заходил примерно недели две. Почти так, такая ситуация. Давай, на файн, на файн. Да. Давай, поехали. А где машина? Через туалеты проходишь. Это мне показалось. А где туалеты? Да вроде нет. Че, печенька у тебя? Я вообще ее потерял. Че, я потерялся? Здрасте. Это где мне хворать? Да блин, я вернулся. Бля, пожилой Дига. И ты. Не запускай. Сзади. Кто? Я иду, и тут печенька такой. Фу! Ее даже не было. Ее даже не было. Тихо. Они сдохнут, если тут стоять будут? Нет. Карту гоните. Карту, карту, карту. О, окей. Ну ты, Дига, ну... Все, иди нахер все. Идите лесом. Я сам прокачаюсь. Говори, где печенюха, чтобы я выжил хотя бы немножко подольше. Он знает, что я в машине? Нет, он за охранником. Хорошо, где печенька? Ты, ты си... Где? В белой зоне? Нет, в твоей зоне. Мой черный карточек. В твоей зоне. Хорошо, где? Рядом с туалетами? Да тут собачка в этой зоне. Пиздец, короче. Они зашли в туалет, просто, чтобы ты знал. В смысле? Вот. Блять, меня спалил комп. Привет. Чё, бежим? Погнали, я тебе карту дам. Ох, щит! Пошли, 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 пошли! Быстрее, быстрее, погнали! Заходи, заходи, заходи! Идиот! Андрей, вы бежите прямо? Заходи, тут карта есть, быстрее заходи, карта есть, карта есть. Ну, похер как бы, хотя проживем подольше. Так повезло, а знаешь почему? Печенька? Комп! Иди на... Печенька была в туалете. А, да? А чё не моргал? Искусственный интеллект оскорблять можно. Пау! Чё ты мне на это ответишь? Ну чё, пошли? На пизда. На пизда. Нам жопа. Собачка прям после туалета входит. Йо! А 183-й где? Он в другой зоне уже. Хорошо, заебись. Говори о его перемещении как можно круче, потому что от собачки убежать можно. А 183-го нет. Он в, не в твоей зоне. Заебись. Он идет в твою зону. А нет, он идет в белую зону. Тихо. Услышал, Андрей? Да, да, да. Тихо. Ну я могу, конечно, на С передвигаться. Собачка прямо возле тебя ходит. Да? Да. Мне нужно найти где-то экситы. А где они? Печенька идет в твою зону. На ком элеваторе? На А? На Б. Хорошо, заебись. На элеваторе Б? То есть я с ней разминулся, она спустилась, да? Да. Говори честно, Артём, потому что если ты мне сейчас соврёшь, я тебе... Я говорю честно. А, она уже... Она в коричневой зоне, в чёрной. Понятно, в моей, короче. Ну ёп! Вот это...
Я обосрался! Вот это я облажался! Вот это я обосрался! Что? Я не заспавнился! Я лейтенант! А ну иди сюда, говна кусок! Вот это я обосрался! Что? Кто? Ладно, на этом сегодня все. Давай лайк, подписка, пока.